Ребята, всем привет! А мы едем в другой парк! Правильно, мы едем в другой парк. Алика тут высматривает вишню. Там прям такая вишня, это не очень. Мы сейчас идем по набережной, хотим прогуляться и пойдем в парк. У нас утром был дождик, холодно. Ну как холодно, градусов 20, но был дождик. А сейчас вроде выглянуло солнышко, все распогодилось, но на море мы решили не идти, потому что сыро, а решили пойти в парк. Да? Да, вот так. Ку-ку! Стой, твой самокат! Я нашел только такие. Ой, да давай такие хотя подойдет. Бы. Не поняла. Ну я не нашла. Наверное, сумки съели. Наверное. Все, пошлите. Ну в черной нет сумки. Ух ты, какая крутая девчонка. Ты смотри, какие они крутые. А мы кофточку взяли ей? Да, Милан. Милана, стой, милочка. Она за 3 дня выспалась. Теперь говорит, я не хочу, чтобы ты меня вешал. Папа, не другой папа. Не знаю, а помни, папа другой. Просто гулять будет. Нет, так. Не, ну мы в парк нагуляем, дочь, не на качели, другой парк. Там мы вчера смотри, были в парке Ривьера, а сейчас просто идем в парк. Да, ну, просто ноги, коленки же мои. Миланка выспалась, теперь убегает от нас. Поехали, поехали, Мила. Все, солнышко, поехали. А Талика тебя сейчас догонит. Догоню. Догонишь? Догоню. Я первая. Ты первая? Что у тебя с голосом? Ты что, заболел? Да, я больной. Ты что? Ко мне не подходите. Что с тобой? Меня дома оставить надо на диванчик. И будь дорога, ищи меня, ищи меня. Хорошо. Миланка с ветерком. Пойдемте. Красота. Ой, как пахнет, чувствуешь такой? Это, наверное, вот этого пахнет. Ты, как пахнет! Красивые, да, кусты? Mm-hmm. А как они называются? Знаешь? Ланка, не убегай! Как? Не помнишь? Ты очень красиво смотришься в таких кустиках. Я в любых кустиках смотрю, как красиво. Особенно, когда у меня дела. Муська такая. Поехали давай. Всем привет. Ой, всем привет, солнышко. Близко, да. Ну и что ты бросила? И что бросили? А ну и моська у вас, Милана. Где парк? Где парк, мама? Где парк? Бабушки спрашивают. Где парк, бабушка? Где парк, мама? Идем, идем мы. А где парк? Становись, езжай, будем искать. Идем, идем. Отвечай. Идем, идем в парк. Отвечай, а всегда. Пойдем, пойдем. Миланочка, пойдем на мостик. Смотри, какой мостик. Пойдем. Давай, здесь горка, не забывай тормозить. Тормозить не забывай. Не, просто, знаешь, давай, здесь, да, на мостик. Пойдем. Держись, ты сама стоишь. Да, держись. Давай, Ричард. Милка! Дом как карета. Карета, видишь, Мила? И много-много золота. Много золота. Милан,
вот там. Милашка, аккуратно. Лика, давай. Угоняй. Угоняй самокат. Ой, какое дерево красивое. Это простая елка. Ну, я не просто скажу. Просто подстригли. Да нет, посмотри, как. Да, это просто елка, ее просто подстригли. О, красиво. Очень красиво. Если бы не подстригли, она бы была это. Если простая, так подстригли, вообще супер. Ну да. Посмотри, веточки, вот просто елка. Помнишь, в Пятигорске был? Да. А, это пихта? Ну, я не знаю, в Пятигорске бабушка на дому такая елка. Ну, большая. Да. Ну да. Что у вас случилось? Да что вы говорите? Я тогда к тебе, мам. Послушай, вот болит. Животики? Да. Ты тоже на ручки хочешь? Да. А. Чтоб не разгоняться сильно. Разгонилась, толкайся. Не наши. Вот здесь дорожка для велосипеда. Милаш, правда, идите вот сюда, вот на эту дорожку. Вот специально для тебя. Давай, Мил, вот сюда на дорожку специально. Не, ну там с самокатом надо. Специально для Милаш. Ты бросила самокат? Вот, видишь, для велосипедиков. Для самокатиков. Давай. Леш, красиво, да? Вот я говорю, дерево сделано, елка, да? Ой, Мила, аккуратно. Это же простая елка. Это не елка, это пихта. Пихта, я же говорю. В Пятигорске у бабушки. Которые, такие растут, как хотят. И очень красиво. А вот елочка с челкой, чупом. Не подстригли. Это курочки, а это петух. Пошли. Ой, какой красивый кустик, милашка. Смотри, какая собака здоровенная, как она сидит. Да, это она здорова, пожаловалась. Мила, пошли, вставай. Только аккуратно. Ой, маленькая. Ой, там и маленькая. Нет, я про вот эту, про хаски. Это маленькая такая собачка. Милана, ты что там нашла? Там, мама, сюрпризики. В каждой лампочке сюрпризики. Что там? Что ты нашла? Фонарик. Мы с Ликой увидели котяру. Мила, не трогай ручками. Написано, ручками не трогай. Какой котик хорошенький. Оп, молодцы. Оп. Видел, какой котик классный? Мяу. Фонтанчик. Что, фоткаться будете? Нет. Сотый раз. Что там? Кипарисик ровный. Что, иду, возьмите самокат, люди. Милана мне хочет что-то показать. Что это? Милана, подожди. Аккуратно, не упади. Давай ручку. Оп, молодец. Ты далеко? Да. Ты чего? Ничего себе. Ты не забыла, что ты в брюках? Лика, шлепнися. Лик, все. Куда все? Конечно, все. Куда же еще? Вот так хочу. Лика. Тихо. Тихо. На рюкзак. Вот и Милана. Классно. Милана, мы уходим. Все. Пока-пока. Самокат, садись. Давай. Где твой самокат? На самокат. Потеряла? Thank you.
прикольно, да, така лавочка в виде это, ворот. А мусорка в виде меча. А вот, да, мусорка в виде меча. Что там жуешь? Дед жует, как будто бы. Смотри, он голуби. Ням-ням-ням-ням-ням. Кушает печенька. Пойдем. Там он печенька кушает. Пойдем. А вот здесь будет тоже хорошо. Ух ты, какие пальмы негра. Ага. Почему пальмы негра? Негры. Пальмы негра? Стройные. Посмотри, почему у этого дерева такие красные листики? Какие? Красные листики. Смотри, некоторые листики красные. Ой, они опадают. Вы опять пить? И я пить хочу. В очередь, в очередь. Вначале я. Я первая. Много не пей. Ты много не пей, Милана говорит. Много там не пей. Да, а то выпьем все. Вкусный сок с малинкой. А ты неси, папа, неси. Там рябина и малина. Черноплодная рябина. Главное, здесь не нарисовали черноплодную рябину. Малина и черноплодная рябина. Да. Побежали. Милана вон уже забирает машину. Мэр гоняет. Пошлите. Я вспомнила кадр на ютубе, когда девочка прощалась с Мишкой. Помнишь там? А плакала? Да, не уходи, там что. Да-да-да, это же помню. Ой, какие красивые букетики. Вот это, смотри, как красиво. Какие там розочки подвяли. Возьми, Милану, пожалуйста. Пошли. А вот пион, да? Ой, да, красивый букет. Не трогай, не трогай. Мне вот это понравилось очень. Ага. Пошли. Где домик? Вот это зеленый домик, кустик? Лика, поди в домик. В этом домике АА? АА? Какие лысые деревья. Это домик именно для этого. Непонятно. Человек с губами рыба? Ну да. Нет, это, это, наверное, как сверху рыба кусает человека, а вот то маленькое, это уже остался скелет человека. Очень интересная история от Лики. Вы послушали? Очень интересная история. Рыба-пиранья так. Ха! Вот так вот, вот так вот. И там остался один скелет. Понятно. Во рту. Ой, как интересно. Как ты думаешь, 353 дня осталось до чего? До Нового года. До чемпионата мира по футболу. Молодец. Прочитала. Еще даже скажу, 17 часов 44 минуты 54 секунды. Смотри, ждунчик, да, это? Да? Ждунчик. Дай ручку. Скажи привет. Аккуратно, он с колясочкой ляля идет. Пошли, пойдем. Самокатом? Спокойное, да, море? Да. Да? Там вдали видишь волны, и потом успокаиваются к берегу. Ну да. Видишь, там поднимаются, и потом они спокойненько живут. Ну эти же вот лежат, эти, как они, волнорезы, по-моему, правильно называются. Мне если кажется, я не ошибаюсь. Мне кажется, они наоборот больше волн создают. Не-не-не, они, это называется волн... Это же называется волнорезы, да, лежат? Я же умная? Я же умная. А вот. Мне кажется, они наоборот создают. Нет, Лика говорит, там вот... Волна, да, и волна успокаивается, да. Кто тут? Что за маленький человечек? Почему ну, там... Я не знаю, как вот эти вот фигни называются, которые с... прям на берегу лежат. Угу.
А вот эти вот пирсы длинные, вот эти, это волнорезы. Вот, пирсы длинные, а мама говорит, просто сюда. А это просто накидали, название у них, наверное, скорее всего. Ой, как мне понравилось, смотрите, кресло какое. Так я же про него говорю. Почему нет на У4 вот таких кресел? Там вообще лежа. Капуша? Она мокрая. Прям мокрая-мокрая? Сырая. Смотри. На воде батуты, аквапарк, что там, я не знаю. Прикольно, я говорю. Шатается, ты запираешься. И падаешь сразу в море. Блин, пипец, без памперса туда не заходить. Так памперс тебя вниз потащит. А, ну да. И не выберешься ты оттуда больше. Прикольно, да, такая? Да, я не видела. Я не видела, да, такие, типа, тут. Да, наверное, жилеты дают? Ну, наверное. Наш папа заинтересовался такими батутами на воде. Да, вон там вот выдают жилеты, да. А как до них, я не пойму. Доплывать, Аквапарка. День аквапарка 1,5 рубля. 1,5 рубля. День? Ну, если на день, 1500. Час 400 рублей. Зачем на день? Мама, ты круто. Малину на день, взял. Круто, нудно. Ты малину взял. Такая лодочка. Это билеты. Если шторм, то на лодке возят. Если нет, то там доплывают. Так кто ж фотографировал? Кто позировал? Ждите эти фотки на Ликином инстаграме. Да. И заходите на Ликин канал. Там будет очень интересное видео, да, Ликуля? Какое? Аттракцион. А заходите и узнайте, да? Аттракцион, невиданная щедрость. Всем да. Как мы, именно я буду там кататься. Всем как я привет! Миланка говорит, всем привет. Там вот такие качели, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Страшные. Да. Я даже что случилось с Ликой, вы узнаете на Ликином канале. Да. Посмотрите, как красиво море. Подожди, я пропускаю. Закат. Стоять. А вот это такая сушка. Я смотрю, темно, да? И я утодичку, и на утодичку. Да? Вот это наливают, это батут такой, да, надувной. Батут на воде. Папа, а это что такое? Нет, это не на воде, это просто горка батут.